В Сырдарьинском районе открыта аллея государственных символов. Следует отметить, она построена на средства спонсоров. Отметим, аллеи государственных символов на сегодня открыты в Аральском, Казалинском, Щелийском районах в Кызылорде. Теперь такая аллея есть и в поселке Теренузе. Аллеи госсимволов стали площадкой для воспитания патриотизма. Здесь проводятся все знаковые мероприятия. Молодые специалисты приносят клятву на верное служение своему долгу. Пусть новая аллея государственных символов станет местом проведения всех торжественных патриотических мероприятий, таких как присяга государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, проводы в армию. Думаю, что здесь будут собираться и выпускники, и молодые семьи. Среди новых объектов района также здание молодежного ресурсного центра с интернетом, конференц-залами, коворкингом, кабинетами консультантов. На выездном заседании Совета по делам молодежи были обсуждены насущные вопросы молодежи, их вовлечение в бизнес, трудоустройство. Фонд «Теремузик жастары» создан. На сегодня на его счетах 6,5 миллионов тенге. Главная цель – финансовая поддержка молодежи, которая решила заняться бизнесом.